мне всегда не нравится, когда говорят о том, что девушки, они слабые, брать их с собой напряг, они, понимаете, пиво не пьют и так далее. Я могу сказать, что наши девушки, когда принимают участие в Белокиеве, самые лучшие девушки на свете! Ура! Девчонки, это вам остается бесплатным голосом, но мы еще просим вынести признаку.